желаю, чтобы у нас всегда были такие потрясающие женщины в замечательных нарядах, такие элегантные мужчины. Я вам желаю всем очень хорошей душевной встречи Нового года. Как говорят тоже, что даже самый маленький домик сможет быть дворцом, если он наполнен теплом и любовью. Я вам всем этого желаю. Уважаемые дамы и господа, хочу ко всем обратиться. Мне чрезвычайно приятно вернуться в этот театр через 15 лет. 15 лет назад здесь состоялась моя премьера, пожалуй, самого трудного в моей жизни танца, потому что там были трюковые поддержки. Это был испанский танец в спектакле Легара «Веселая вдова». Все, конечно, прошло замечательно. Сцена здесь замечательная. Красота окружающая замечательная. И поэтому мне чрезвычайно приятно, правда, в другом качестве, но снова вернуться сюда, в этот театр. Спасибо вам большое. Сейчас художник сказал о том, что все произошло замечательно. Мы так часто слышим о том, что все, что происходит в Зимнем театре на его сцене, обязательно успешно и замечательно, что мы уже абсолютно уверены, что и у нашего сегодняшнего замечательного первого конкурса из «Сочи елка волшебство» все замечательно. Когда я рассматривала елочные игрушки, которые поступили на этот конкурс, я увидела вообще огромное количество талантливых работ, которые выполнили вот эти самые замечательные художники, которых я давно люблю, за творчеством которых наблюдаю, и каждый из них был бы достоин награды в номинации «Вечные ценности». Но я пошла немножечко по другому пути. Елка украшена в том числе и игрушками, которые выполнены детьми. И я подумала, вообще, вечные ценности. А что может быть ценнее, чем детское творчество? Ведь это и есть самая-самая вечная ценность, которую нужно бережно хранить, которую нужно поддерживать. Работы, которые выполнил коллектив студии «Золотая нить», это игрушки в стиле русского лубка. Но разве это не ценность? Разве это не вечная ценность? Дети работали для того, чтобы узнать историю создания таких игрушек. Они, по сути, в своих работах воспроизвели частичку нашей национальной русской культуры. Вот они, вечные ценности, сейчас на нашей сцене. Когда нас попросили выбрать игрушку в этой номинации, вот как-то вот сразу обратила на себя игрушка. Это представление, которое неоднократно проходило в Зимнем театре. Всем нам известное снежное шоу Славы Полунина на правах члена жюри. Достойно отметить вот эту
работу, номинация «Весь мир театр». Работа называется «Мечты сбываются». Поэтому я являю лауреата этой номинации Юлию Степанченко. Предъявитель настоящего сертификата обладает правом посетить любое театральное концертное событие в Зимнем театре города Сочи в течение 2019 года на ваш выбор. Да, мы с вами будем общаться и обсудим технологию реализации этого права. Спасибо. Только лишь раз, только раз один в году сердце вновь чудо ждет и надеждами живет. Эту ночь свечи горят, стон бокалов, смех друзей, Новый год у дверей. Обними меня скорей, я прошла. Спасибо и с наступающим Новым годом!